Инцидент произошел вечером 12 января. Его запечатлели камеры видеонаблюдения в одном из домов по улице Донковцева. Девушка зашла в лифт вместе с мужчиной, который начал отбирать у нее телефон. Из-за спины он достал стеклянную бутылку и начал угрожать 16-летней девушке. Между ними завязалась драка. Злоумышленник выхватил телефон из рук и выбежал из лифта. Однако девушка догнала его, попыталась забрать гаджет. Пострадавшая получила несколько травм. 46-летний мужчина оказался неоднократно ранее судимым. В настоящий момент грабитель уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ванесса Петерс, городской телеканал ЮТВ.